Добрый день, коллеги. Меня зовут Дмитрий Моторин. Я бизнес-архитектор. Занимаюсь созданием систем продаж и настройкой растущего бизнеса. Пришел в гости к Андрею Веселову. С ним всегда очень приятно общаться. Сегодня на данном мероприятии я приобрел две замечательные книги и узнал, как проводить стратегические сессии эффективно в малом бизнесе, потому что я делаю это для среднего бизнеса, и есть определенная специфика, разница между тем, как он это делает для малого бизнеса, и так, как я это делаю для среднего. Было очень интересно, приходите, подписывайтесь на его программы, курсы, новости, всегда будет очень полезно и практично. Спасибо.